Сейчас утро, 23 октября. На градуснике 13 градусов тепла. Посмотрите, как здорово. Все кругом желтое, уже половина опала, а погода прям прекрасная. Сегодня буду собирать листья и жечь костер. Мы остались на даче с ночевой. Но прогреть дом как бы сильно не получается, потому что мы пользуемся обогревателем. Это, соответственно, большие деньги. Обогреватель крутит электросчетчик очень сильно. Мы прогревали весь день дом, значит, ветродуйчиком таким, ветерок самоотключающий. Вот сейчас включили пушку, нагрели до 18 градусов. Но постель вот такая, знаете, влажная, неприятно холодная. Что мы делаем? Мы берем, нагреваем воду. Вот, и горячую воду наливаем в бутылки и кладем в постель. И когда уже пора будет спать, постель будет теплая. Будет приятно в ней находиться. Вот. Может быть, кому-то этот вариант будет полезен, кто любит тоже, как и мы, оставаться на даче, можно сказать, до белых мух. Здесь вода у меня обычная с Волги. Вот я ее вскипятила. Естественно, она вот такого цвета. Но я думаю, ничего страшного. Сегодня я подготавливала землю, очищала от сорняков. Завтра хочу посадить лук, который у меня севок, которые мне не хватило. Вот сделала глиттер с ПВА. На камеру, конечно, не сильно видно. Но видно, отблескивает, да? Блестит, если вот так вот. Может быть, со вспышкой. Вот так лучше видно, когда без света, а только вспышка от телефона. Но она вам почему-то на камеру показывает белым. Белые блестки на самом деле они зеленые. Не знаю, почему вот так вот. Сейчас покажу. Ну, то есть мне очень понравилось, как это все совместилось. Но во всяком случае, у нас как бы по материальной возможности мы сделали ремонт, то есть чистенько, свеженько, более-менее современненько. Вот. И вот так вот эти обои будут состыковываться вот с другими обоями. То есть здесь зеленый глиттер у нас, вот, блестки так называемые. А здесь просто зеленые обои. Ну, как они, фисташкового цвета. Вот. Тоже очень красиво. Ну, я довольна результатом, а это самое главное, потому что именно чего ожидала, то и получила. Вот. Так что я довольна. Здесь стол сделаем. Вот так вот до розеток. Вот. Будет стол. Ребенок будет заниматься уроками. Здесь вот я говорила, что мы сделали подсветку, да? Вот так вот. Подсветку. Вот здесь вот включается. Вот так вот муж сделал. Вот. Так. Вот так выключается. То есть удобно все. Ну вот так. Получилось. Мочили результатом довольна. Вот, хочу посадить. Нашла ее в горпарке. Ветер был. Елки такие красивые, голубые, зеленые. Вот сейчас замочила, буду сажать. Взяла красивые шишки. Вот. Они у меня 2 часа замачивались в воде. Сейчас буду сажать персик бургунди. Это очень красивый. А это очень красивый поздний персик.
Вот, вот такая корневая у него. Я сделала здесь перегной с песком. Вот, перегной песок. Я думаю, ему понравится. И сейчас, поскольку уже минус будет, я его накрою бутылкой. Потому что это все-таки теплолюбивое растение. Это двухлетка. Вот такая корневая. Вот. Покажу вам картинку, как он выглядит. И персик посадила и накрыла их листвой, чтобы, если в случае мороза, как бы его не стукнуло. Вот. Еще хочу бутылкой сверху накрыть. Вот. Ну, пеларгония еще держится. Смотрите, какие цветы красивые у нее. Хотя цвет листьев уже изменила. Ночью был дождь, а сейчас прекрасно. Сейчас плюс 8. Вот так. Здесь черенки посадила. Рос. Не знаю, видно, нет. Здесь вот еще есть цветочки, которые цветут. В рост надо брать вот эту, вот эти листья, пусть они стоят просто как бы голые, без листьев. Замерз? Что-то у нас съело. Ого. Их ничего себе. Вот это она съела. Я свежая. Думаю, что там непонятно. Свежая. Там рыбина. Вот что она съела. Угу. Густеру. А я думаю, что это у нее? Нормальная густера. С ладошку, да? И вот еще малек. Ну, все, больше нет ничего. Я еще позарилась на блесну. Угу.